Около 2000 номинантов и всего 5 победителей. Областной конкурс «Лучший работник года» в сфере образования провели в Донецке. Участники боролись за звание лучшего руководителя, педагога и декана вуза. Победители получили призы – DVD-плееры, планшеты, фотоаппараты. Сейчас я почувствовала, что это, конечно, великая честь, и я буду дальше работать над своим проектом, буду внедрять его. Я очень люблю детей и хочу, чтобы они стали успешными. Все-таки это очень волнительная процедура. Участвовать волнительно, а что займешь, дважды волнительно. Ну, а когда уже подвели итог, то уже не волнительно, то радостно, дикая радость. А еще подарков сколько.